и хроники коронавируса. По миру заболело более 78 миллионов человек, умерло 1 726 710. Коронавирус добрался до Антарктиды, теперь пандемия охватила все континенты. У 36 человек с чилийской научной станции в Антарктиде было выявлено заболевание COVID-19. По-прежнему лидируют Соединенные Штаты Америки, более 18 миллионов, на втором месте Индия, более 10 миллионов, на третьем Бразилия, более 7,5 миллионов. Россия уверена на четвертом месте, почти 3 миллиона заболевших, причем за сутки заболело 27 250 человек и умерло тоже за последние сутки 549 человек. Украина на 17 месте, у нас 989 642 человека заболели ковидом, и вероятнее всего уже в четверг или пятницу мы пересечем цифру в 1 миллион. По Славутичу на 23 декабря заболело ковидом 1016 человек. Всего за эту неделю в Славутиче ковидом заболело еще 137 человек. 55 случаев за последние сутки. Умерло 9 человек, проведено ПЛР-тестов 2016.